воскресенье первом том чудесном соберется Господа народ. Малый и великий все воскреснут после долгих странствий и невзгод. Воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Это мир, где нету злых сердитых, где любовь зальет сердца до края, где дороги к счастью все открыты. Воскресенье, так я понимаю, воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где нету, где всегда мы будем удивляться. Воскресенье значит гроб не нужен, папе, маме, также детям милым. Это значит, что никто не тужит, голову склоняя у могилы. Воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Воскресенье значит нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем.